信息，小心翼翼，散步距离，收起小刺，把握时机，拥抱的阻力，一起弹奏的旋律，你就是我唯一一首单曲。Привет. Что случилось? Почему ты плачешь? Почему ты плачешь? Не плачь. Что происходит? Я просто рада тебя видеть. Дай на тебя посмотрю. Не плачь. Ты портишь свой макияж. Пошли, я отведу тебя умыться. Не плачь, хорошо. До сих пор хранишь это фото? Конечно. Интересно, хранит ли его Джен Юй? Я думаю, что да. Откуда ты знаешь? Я просто надеюсь, что он не потерял. Ты же общалась с Джен Юем в последнее время. Нет? Он уехал на тренировки в Корею. Слушай, а пошли на его концерт, когда он вернется? Хорошо. А что насчет тебя? Как твоя рана? Зажила. Но у меня остался шрам. Ты хочешь его удалить? Я могла бы... Ты могла бы? Могла бы что? Хань Фэй, хочешь провести операцию на первом курсе? Хочешь стать пластическим хирургом? Я могу научиться. Я в порядке. А ты должна просто делать то, что тебе нравится. Я сейчас не переживаю о своем шраме. Мне повезло, что я жива. Что мне тот шрам? Нет, я обязательно сделаю операцию, когда закончу учиться. А если не смогу, то попрошу профессора. Я удалю твой шрам. Ну ладно, ладно. Спасибо, что заботишься обо мне. Кстати, как ты и У Цзинхао? Он потерял свою память после падения. Потерял память? А как он упал? Упал с трибуны на стадионе. Правда? В это сложно поверить. Но не переживай слишком сильно. Он все равно будет счастлив. Смотри на меня. Я смертельное ранение пережила. Он будет в порядке. Поверь. Ну все, пора отдыхать. Хорошо. Нани, я хорошо храним фото. Если фото Джен Юэ раскроется, то оно попадет в интернет. Фото by Джен Юэ. Медленно интернет убивает. By Джен Юэ отправился в Корею на тренировки. Про это новостей нет.
Доброе утро. Доброе. Привет. Аньфэй, ты знаешь, что мы сегодня увидим донорское тело? Не увидим. Учитель сказал. Он не говорил, но мы все равно не увидим. Тебе лучше что-нибудь поесть. И, кстати, если еда в горло не лезет, то поешьте конфеты. Ну или хоть что-то. Пошли! Откуда у тебя столько конфет с утра? Зачем тебе столько конфет? Дай! Дай одну! Здравствуйте! Я профессор клинической медицины, Лин Вэйцян. Я надеюсь, что не только смогу быть вашим учителем в университете, но и также вашим другом. Перед началом я хочу кое-что спросить. Знаете ли вы, почему первая пара понедельника — это описательная анатомия? Ты можешь ответить на это? Потому что описательная анатомия — наука, которая описывает нормальное строение организма в связи с функцией органов. Это важный курс для основ медицины. Только благодаря изучению и осмотру нормальной структуры тела мы сможем точно понять физиологические функции организма. Правильно. Как тебя зовут? Удзиньхао. Удзиньхао. Пожалуйста, садись. Похоже, что Удзиньхао хорошо выполнил домашнюю работу. Ну что ж, начинаем занятия. Ван Синьюй получил дисциплинарное предупреждение, и я сказал ему лично извиниться. Он не посмел и написал это. Если ты настаиваешь, чтобы он извинился, то я скажу ему прийти. Нет, господин. Если он даже извиниться не может, то как он мог подменить карту? Я знаю это. Но если он отказывается говорить, что это Юхань его заставил, мы не можем обвинить. Ясно. Тогда я пойду. Хорошо. Ты пошел в столовую? Что ты хочешь? Булочек. Я пойду купить булочки. Хорошо, скоро я там буду. Извините, все нормально. Кто-то в обморок упал. Правда? Ты ударил его? Я случайно врезался. И он сказал, что все в порядке. Простите, пропустите. Что случилось? Что такое? Я думаю, что это тепловой удар. Освободите место. Пациенту нужен воздух. Лин-Лин, принеси холодной воды и тряпку. Хорошо. Тетушка, мне нужна холодная вода и тряпка. Вот. Давай я, ты же все-таки девушка. А он просто пациент. Спасибо вам, чудесные доктора. Иначе бы сегодня я стал преступником. Сегодня я заплачу за все, что вы хотите съесть. Хорошо. Может, это? Оно нехорошее. Давайте я куплю что-то получше. Пошли. Вперед, выбирайте, я угощаю. Не, это слишком дорого там. Возьми это. Давайте я сам выберу. Твоя благодарность неискренняя. Неискренняя? Достаточно справедливо. Деньги не смогут выразить мою искренность. Когда я раньше переживал насчет денег? Теперь мне нужно быть таким экономным.
А вы знали, что в столовой можно купить 3 булочки за 1 юань? Я могу наесться тарелкой яичного супа без яиц. Ты что, родился в богатой семье? А потом тест ДНК показал, что ты не родной сын? Я не делал генетического теста, поэтому не знаю, родной ли я или нет. Но как мать может отказываться давать сыну деньги? Почему мать не дала тебе денег? Она хотела, чтобы по ее желанию я учился за границей и унаследовал семейный бизнес. Это же хорошо. Почему ты не захотел поехать, а остался здесь? Ради моей музы искусства. Вкусно? Здравствуйте, вот листовка клуба. Спасибо. Здравствуйте, вот листовка клуба. Здравствуйте, вот листовка клуба роликовых коньков. Листовка клуба? Пожалуйста, распространите. Какой красивый. Здравствуйте, вот листовка клуба. Смотри. Здравствуйте. Про что этот клуб? Клуб катания на роликах, я президент. Вы заинтересованы? Хочу вступить. Хорошо, проходи, заполни бланк. Здравствуйте, вот листовка клуба. Хотите в музыкальный клуб? Да, заполните бланк. Ваше имя, пол, возраст и номер комнаты. Спасибо. Давай, потрогай, оно же не хрупкое. Это ты? Ты в музыкальном клубе? Да, я президент. Забудь. Не уходи. Вступай, раз уже пришел. Нет, я не вступлю, раз ты здесь. Боишься меня? Я неплохой человек, я тебя не съем. Все равно, ты не выглядишь как хороший человек. Почему это? Ты специально подставила меня в прошлый раз. Я больше не буду, ладно? Ладно. Тебе тяжело верить. Не бери в голову. Наш клуб единственный, который дает инструменты участникам. Правда? У нас есть знакомые учителя музыки, которые дают старые инструменты, так что не страшно их испортить. Дай мне подумать. И вот в тот момент все герои манги для девушек, что я прочитала, возродились. Клуб катания на роликах слишком опасно. Это для детей. Почему не вступила в музыкальный? Но президент музыкального клуба обманщица. Обманщица? Да. Разве мне не было так плохо после военной тренировки? Когда пошел в магазин купить прокладки, она порекомендовала мне один вид. А потом я получил болючие мозоли. Обманщица ведь. Лян-Лян, тебе же нравится музыка. Вступай к нам. Я в клубе астрономии. Астрономии? Что, ты расстроена? Нет, мне выйти? Не надо, я же не босс бандитов, похищающих людей. Тогда не вступай. Но смотри, моя моза запостила это. Знаешь, что это значит? Ей нравятся парни, которые играют на гитаре, да. Ей нравятся парни, которые играют на гитаре. Если ты так говоришь. Но вступление в музыкальный клуб — это самый дешевый способ научиться. Давай я пойду с тобой. Я вступил в музыкальный клуб. Вэнь-Вэнь, я вступлю в твой клуб. Хорошо? Приходи и присоединяйся. Здравствуйте, я Джан Вэнь-Вэнь, президент музыкального клуба. Это Люймин, наш вице-президент. Добро пожаловать в наш клуб. Раз это музыкальная группа, то представьтесь и скажите, на каком инструменте вы умеете играть. Давайте позволим первому члену клуба, Лу Сяоцзе, представиться. Представиться с помощью музыки? Я не умею ни на чем играть. Зачем тогда вступил в клуб? Просто уходи.
Дзинь Хао тоже не умеет играть, разве он не пришел? Ты знаешь, что Вэнь-Вэнь моя соседка по комнате, и я знаю, что между вами произошло. Она сказала, что с тобой расквитается. Тебе лучше держать дистанцию. Что мне следует сделать? Не слушать Ханьфэй, она всегда запугивает. Ей тебя запугала? А еще у тебя плохая память. Дзин Хао, у меня интервью, я должен идти. Это и есть твой Дзин Хао? Да. Выглядит немного унылым. Ну, может, он просто еще не адаптировался. Тебе понравился клуб? Я думаю, он хороший. Может, попробуешь играть на укулеле? Это довольно просто. Ладно. Сперва аккорд до. Нажми и слегка дерни. Слегка. И проведи по струнам. Да, теперь 4 раза. Тао, используй меньше силы. У тебя глаза красные. Готово. Тао, ты пойдешь со мной? Я еще не закончила с тенями, тушью и помадой. Можешь мне помочь? Я раньше никого не красила. Вдруг попаду тебе в глаз? Ладно, я тогда пойду. Ян-Лян-Лян! Ян-Лян-Лян! Она ушла, что такое? Мне нужна вода. Держи. Вот твоя вода. А? Если бы она не забыла свой блокнот в тот день, и мне бы не пришлось за ним возвращаться, я бы тогда не сломала свой копчик. Она говорила, что будет мне помогать, получать еду, воду и ходить со мной в туалет. А теперь что? Я ее совсем не вижу. Подожди. Что? Ты забыла свой блокнот? О, да, точно. Спасибо. Давай я помогу. А ты сможешь? Конечно, давай. Не попади мне в глаз. Не попаду, давай. Ну все? Готово, посмотри. Ханьфэй, ты правда умеешь? Конечно, мне же 20. Забудь, я научилась этому раньше. Впечатляет. Мне уже пора идти. Будь осторожна. Хорошо,
Я пошла. Ладно. Но лучше я пойду с тобой. Хорошо. Фэй, Аня уже тренируется. Мне пора. Иди. Привет. Значит, историю можно изменить. Почему ты здесь? Покормить кошку-то в порядке? Нет. Можешь встать? Нет. Позволь. Не двигайся. Залезай. Ты серьезно? Я не буду любезной. Ты и так нелюбезная. Тао, что такое? Я хочу воды. Воды? Открой рот. И как ты только могла так упасть? Может быть, это все из-за судьбы? А может, ты получила подарок судьбы? Как это может быть подарком? Комендант общежития сказал, что У Цзинхао притащил Хань Фэй обратно на спине. Правда? Не смейся. Если бы я за тебя не переживала, я бы не упала. Почему ты переживала? Неважно. Как я с этим связана? Воды еще хочешь? Нет. Сценарий не изменился. Поменялись только актеры? Это место занято? Нет, это тебе. Ёжик? У него правильная форма, хотя и есть иголки, но они мягкие. Правильно. О! Это так удобно. Спасибо. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Чэнь Пин. Я преподаю историю китайской литературы. Как вы знаете, вы можете легко получить зачет по моему курсу, так что я строг с вашей посещаемостью. Я устрою перекличку в начале и в конце занятия. Так что вам лучше не полагаться на удачу и прилежно сидеть на паре.
Потому что мой предмет на самом деле не такой уж и скучный. Ладно, время для переклички. Ханьфэй? Здесь. Ван Синьюй? Здесь. У Цзиньхао? Здесь. Я гордился охраной Великой Стены. Теперь я вижу лишь седые волосы в зеркале. Джу Гэлян известен своим отчетом о походе. Никто не может сравниться с ним уже тысячу лет. Смысл последнего предложения заключается в том, что никто на самом деле не является нижестоящим. В этом случае Лу Ю очень сильно уважал Джу Гэляна. Но Лу Ю никогда не был в армии. Потому что он не сражался в качестве солдата. Он был циничным на современный взгляд. А был ли он маменькиным сынком? Мы не можем сказать. Потому что не знаю. Хорошо. Это все на сегодня. Давайте проведем перекличку, прежде чем уйти. На этот раз я начну с конца. Юхань. Здесь. Встань, встань. Может, ты не знаешь, но мы грамотные люди, имеем хорошую память. Что ж, я помню, что ты был Ван Синьюем при первой перекличке. Так ты Ван Синьюй или Юхань? Я Юхань. Раз ты Юхань, то я запишу, что Ван Синьюй прогулял. Если вы прогульщик, по моему предмету, то потеряете баллы для зачета. Извините, господин, но он Ван Синьюй. Кто может доказать мне, кто он на самом деле? Господин, проверьте его карту. У тебя она есть с собой? Нет. Пойди и принеси ее. Я подожду здесь. Остальные могут уходить. И что на уме у Цзиньхао? Я так раздражена. Ушла, так и не поговорив с ним. Да. Люди подумают, что у тебя аноректальное заболевание. Да. Да не смейтесь. Хватит вам. Нет. Я забыла ежика в кабинете. Надо вернуться. Эй, ты... Ван Синьюй, чем больше ты их терпишь, тем наглее они будут себя вести. Тебе нужно сопротивляться таким людям, как Юхань. Все не так, как ты думаешь. Я сам упал. Ван Синьюй, ты... Прекрати. Нет. Ты не знаешь, что произошло. Ты не подумала, что ситуация ухудшится, если ты вмешаешься? О чем ты говоришь? Прекрати создавать проблемы. Проблемы? Это ты на занятии создавал проблемы. Мы бы доказали, что он Ван Синьюй. Почему ты не встал? Раньше ты таким не был. Когда ты лечил... Не говори мне о прошлом. Я не помню прошлого и не хочу помнить.
Хэньфэй, что не так? Ничего. Я же видела, как ты поссорилась с Ван Синьюем и У Цзинхао. Разве вы не помирились только что? Почему снова поссорились? Я не знаю. Я думаю, что была права. Я просто доказала, что Ван Синьюй — это Ван Синьюй. Я не права? Наверное, ты права. Вот и я думаю, что права. И разве неправильно сделать так, чтобы Ван Синьюй оказал сопротивление Юханю? Это тоже не ошибка. Нужно сопротивляться Юханю. Точно. Я думаю, что была права. А У Цзинхао думает, что ты ошиблась? Да. Он утверждает, что я являюсь источником всех бед. Раньше он таким не был. Хэньфэй, не уверена, что мне стоит говорить это, но это прошлое вас двоих. Ты знаешь, люди могут меняться. Может, теперь он другой, потому что решил, что является взрослым. А ты еще ведешь себя как школьница. Взрослым? Если становиться взрослым — это стать безэмоциональным, то я не буду взрослой. Почему здесь никого нет? Ты? Пришел раздавать листовки? Возьми. Все уже ушли ужинать, поэтому никого нет. А ты уже ел? У меня кое-что есть. Спасибо. Я говорила, что хороший человек. Да. Мы работаем на компании конкурентов? Ну да. Это значит, что мы тоже конкуренты. Если ты так считаешь. Да не отравлена она. К тому же у меня есть метод для победы. Какой? Потом ты будешь моим посетителем. А я приду к тебе. И так мы сможем получить по 200. 200? Ну да, за каждого платят по 100. Мне платят 50. Так у тебя мало опыта. Спроси меня об этом, я уже опытная. Попей воды. Спасибо. Этот красивый. Этот тоже. Извини, Цзинхао. Я могла бы и сама купить цветы, но господин Янь подумал, что не сумею. Все в порядке. Кстати, а почему не купить цветы для Ханьвэй, раз уж ты здесь? Желтые розы. Они означают извинения. Почему я должен извиняться? Цзинхао, я понимаю твои чувства. Я знаю, что многие вещи могут измениться. Это как цветы. Сегодня они красивы, но завтра могут увянуть. Мы принимаем изменения других вещей, но не изменения людей. Хэньфэй сказала мне, что ты изменился. Я знаю, что она расстроена. Не унывай. Вот, посмотри. Я не буду, это бесполезно. Тогда я прочитаю. Книги — это ступень человеческого прогресса. Вот, тут написано, смотри. Если есть разногласия, нужно научиться идти на компромисс. Здесь не будет никаких компромиссов. К тому же должно быть правильное и неправильное. Ты же влюблена. Разве права ты или нет имеет значение? Без компромисса любви не бывает. Что выбираешь? Я не влюблена. Тогда попробуем другое. Как позволить твоему возлюбленному любить тебя? Прекрати. Я... Хорошо.
Сегодня вечером в клубе я перед ним извинюсь. Ты же не хотела компромисса. Хорошо, что он жив. Так что я просто это сделаю. Посмотри на свой опыт любви. О чем ты думаешь? Читай. Я это не читаю, я исследую свою любовь. Минуту внимания. Многие сказали, что хотят сочинять музыку, так что я приготовила сюрприз. Один старшекурсник даст вам урок. Но его отделение далеко отсюда, так что он может опоздать. Пока он не пришел, можете делать, что хотите. Ну хорошо, приступайте. Кого-то сегодня нет. Кого? У Цзиньхао. Где у Цзиньхао? Цзиньхао, он сказал, что не придет. Почему? Я не знаю. До сих пор не помирились? Он поэтому сегодня не пришел? Мой тебе совет, он тебе не пара. Давай найду получше. Не обязательно. Сделай макияж. У нас сегодня тусовка, я возьму тебя с собой.也无法遗忘曾经的愿望。